Здравствуйте. Я мама Оли Охрюндин. А. Вызывали? Да, добрый день, Галина Васильевна. Пожалуйста, присаживайтесь. Проходите. Галина Васильевна, я вызвала вас не только как зауч по воспитательной работе, не только как учитель литературы. Я вызвала вас просто как женщина. Я очень серьезно хочу с вами поговорить насчет Коли. Что это подлюка опять натворил? Он сегодня на уроке математики матерился. Вот сумасшедший мальчишка. Негодник. Ничего, ничего, я ему дома его поганый-то язык укорочу. Галина Васильевна, я просто прошу вас успокоиться, пожалуйста. Нам надо понять проблему, понимаете? Узнать, где он мог услышать то, что сказал на уроке. А где он мог это услышать? Ну, мальчишки часто берут пример с отцов. Я не знаю, ну, может быть, там ваш муж дома матерился, а Коля услышал. Да это вообще такого быть не может. У меня муж дома не матерится. Он же, знаете, кто у меня? Он сварщик. Где? На заводе. Ему матов там на работе хватает. Вот он домой. Придет человек, ну, и сразу говорит, ты мне как же меня все коллеги сильно раздражают. Прямо вот охота послать их, куда глаза глядят мои. А начальство это вообще. Дураки они. Слушайте. Да. Дураки это не мат? Нет, дураки это не мат. Слава Богу. Ну, то есть не от него? Конечно. Хорошо, а старший брат у Коли есть? Конечно, конечно есть. Ну, так может быть, он его и научил? Вы что? Он отсидел у нас. А у них там в тюрьме, как с этим строго. Ну нет, да, не дай бог. Я прошу прощения заранее, Галина Васильевна. Ну, может быть, ну как-то случайно вы дома матерились, а ваш сын услышал. Кто? В смысле? А я? Так, Галина Васильевна. Господи, Галина Васильевна, ну голубка. Я вообще, чтобы я когда-нибудь... Вообще я дома не матерился. Никогда в жизни меня... Недавно меня машина... Вот так вот всю с ног до головы он меня как обрызгал всю. И я ему вслед кричу. Аккуратней, пожалуйста, мужчина. А когда меня с работы начальник уволил, я ему просто сказал, знаете, кто вы, Геннадий Алексеевич? Вы мужчина, который любит мужчин. А вот, год назад, вот такую кастрюлю, ну, для пельмешек закипятила кастрюлю. И всю кастрюлю кипятка, и прямо как... Брякнула. На ногу. А вы знаете, что я сказала тогда? Что? Ничего. Я вообще в своей жизни материлась только один раз. Когда Калюньку рожал... Слушайте... А может, он тогда мат услышал и запомнил, а? Да нет, ну что вы, ну, Галина Васильевна, ну это вряд ли. Вряд ли. Ну что вы. Хорошо, хорошо. Ну, может быть, он, я не знаю, в интернете мат услышал. Да ну что он? Ну в каком интернете? Он же, он пароль от Wi-Fi не знает. А пароль-то матерный. А что он на дитё, она же не знает. Ну, да, ему эти слова неизвестны. Нет. Слушайте, а что за мат там он сказал? Ну, слушайте, ну я не буду повторять. Ну хорошо, я понимаю, вы не можете произнести. Давайте как-то приблизительно вот так вот. Вы скажите, ну намекните там, а я пойму. Ну, допустим, типа он сказал, вот же самка собаки, например. Ну, слушайте. Или, ах ты распутная женщина. Или заниматься любовью и колотить. Так, Галина Васильевна, ну правда, я не буду это повторять. Ну ладно, а давайте так, а почему вот он сматерился? Вот почему? Может, на уроке кто-то ударил дитё там или оскорбил его, обозвал как-то. В этом все дело. Он просто получил пятерку по контролю. Ах, умница какой. Ай,
пятерку. Еще бы он не сматерился. Первая пятерка в его жизни. А вы молодцы. Сначала вы пятерки двоечникам ставите, а потом хотите, чтобы они не матерились.